урок согласно расписанию. Никто не опоздал. Только в классе необычные ученики, а их родители. Вновь посадить за парты взрослых – эксперимент в 6-м Одинцовском лицее имени Пушкина. Ну, сегодняшний урок – это подарок. Подарок нашим родителям. Это возможность вернуться в детство, возможность стать учеником, немножечко оттаять душой, почувствовать всю радость жизни. 20 лет назад Анна Глебова выходила к доске не только по желанию. Для нее сесть за парту особенно волнительно, ведь Анна – выпускница этого лицея. С одной стороны, так немножечко даже неловко и страшно, потому что как бы много чего забылось, как выяснилось. Вот. А с другой стороны, очень хотелось почувствовать себя опять вот как бы в роли вот этой вот такой как бы беззаботной ученицы. Родители выполняли задания из сборника ЕГЭ, писали диктант. В этот день была только одна поблажка. К доске выходили исключительно по желанию. По одному предположению, Влада, царя Ивана назвали из-за капризов погоды. А в 12-м Р все наоборот. В роли учителей – дети. Предмет – окружающий мир. Тема урока – правление Ивана Грозного. Как признается Мария Тарасова, когда она училась в школе, даже предмета такого не было. Но на оценки это не повлияло. Дочка моя очень радовалась. Поддержала меня, сказала, что мама, давай дерзай, я так радуюсь за тебя, и вперед, получай пятерки. Освежили знания, ответили на риторические вопросы и попросили снова как-нибудь вернуть их в чудесные школьные годы. Учителя заверили, родительские дни будут продолжаться и дальше. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».